Всем привет! Мы, к сожалению, приболели. У нас вирус, и мы кашляем. И Лёша, и я. И у меня есть замечательный рецепт от кашля. Это овёс. Обычный овёс, тот, который дают лошадям, неочищенный. Вот мы его покупаем в совершенно обычном магазине, там, где продают все семена. Ну, на развес. И нам понадобится литр молока. Все. Стакан овса я взвесила, это примерно 150 грамм. То есть 150 грамм овса и литр молока. Также нам понадобится кастрюля и плита. У меня плита индукционная, так как на газовой плите я не могу сделать очень медленный огонь. Молоко с овсом должны томиться. То есть чуть-чуть вот такие пузырьки, совсем не кипеть. Значит, что мы делаем? Мы берем сито и промываем овес. Слегка встряхните, чтобы мусор лишний повылетал. И обычной проточной водой из-под крана промываете. Лишнюю воду встряхните. Перекладываем в кастрюлю и заливаем молоком. Я вам могу сказать, для тех, кто любит быстрые рецепты, то есть выпил таблеточку и поправился, этот рецепт не подойдет. Лёша пил 5 дней, то есть он выпил 5 литров такого молока. Я пила 3 дня, потом у меня получился, к сожалению, перерыв, и я раскашлялась совсем, поэтому я до сих пор пью. Вот баночка, вот он. Молоко не имеет такого какого-то ярко выраженного вкуса, такого кремового цвета, достаточно приятное на вкус. Пить нужно до того момента, когда у вас перестанет вас беспокоить кашель. Рецепт этот давнишний, я про него много читала. Он вылечивает даже там застарелые бронхиты. Ну, попробуйте. В общем, кто любит основательно лечиться, этот рецепт самое то. Мы этим рецептом пользуемся всегда. Просто мы редко сейчас болеем. Но этот рецепт при кашле – это один из моих самых любимых рецептов. И детям очень хорошо этот рецепт. Нескольким моим знакомым они применяли, и детям помогло. Ставим на плиту. Значит, я включаю самую сильную мощность до момента, пока начнет закипать. То есть не начнет прям кипеть бурно, а вот отходить от кастрюли уже не нужно. Нужно дождаться, когда начнет закипать. Вот появились пузырьки, и уменьшаем до минимума и мощности, и температуру, и заводим таймер. Кипятить нужно 80 минут, то есть 1:20. Крышку при этом закрываем плотно. Все, оставляем на 80 минут. Ну вот, прошло 80 минут, плита отключилась. Оставляем на плите до полного остывания. Овес у нас остыл. Теперь его нужно процедить. Вот такое количество этого молока получается. Принимать по 1/3 стакана до еды, после еды, это не важно. Вот появилось желание, какая-то тяжесть, попейте. У меня получалось где-то, в общем, этого мне хватало. Ну, где-то на день еще я оставляла себе кружку на ночь. Вы когда просыпаетесь, можно тоже сделать несколько глоточков. Средство хорошее, мы им пользуемся, когда заболеваем, когда у нас кашель. Мы вам всем желаем здоровья. Не болейте. Всем пока.